Согреться в аптеке. Руководители одной из аптечных сетей города решили поддержать запорожцев во время зимы чаем. Всем посетителям предлагают согреться и выпить горячий напиток. Согреться и выпить горячий чай можно здесь. Такое объявление находится при входе в одну из аптек нашего города. Это не социальная акция. Это простое человеческое отношение, говорит заведующий аптекой Игорь Глянь. И учитывая то, что сейчас происходит на улице, а температура, к сожалению, становится все ниже и ниже, мы, естественно, обращаем на это внимание и решили, значит, предлагать нашим посетителям горячий чай. Инициаторами подобных чаепитий стала администрация аптеки. Идея возникла в тот момент, когда все теле- и радиовещательные каналы передали о приближении снегопадов, ветра и мороза. Летом мы предлагали прохладную воду, говорит заведующий аптекой. Почему бы не предложить горячий чай зимой? И предложили. Мы, собственно говоря, не настаиваем. Учитывая то, что основная наша функция – это качественно, быстро обслужить посетителя, вручить ему необходимые медикаменты и обслужить следующего покупателя, вот, и больного, то есть здесь на чисто добровольном, на добровольной основе все происходит. А заставлять никого и не приходится. Люди, конечно, очень сначала удивлены, но никто не отказывается. Присаживаются. Пьют, благодарят. Внимание большое к людям. Очень благодарны. Это надо, конечно. Тем более, когда большой мороз. Отношусь прекрасно. Но, в принципе, я говорю, что мы стремимся в Европу. В Европе там это нормально. Ой, отлично. Так хорошо согреться, согреться по такому морозу. Хоть и не стояло, но все равно чай вкусный. Пахучий такой вкусный. Поддержать подобную инициативу может любая организация. И ведь по прогнозам синоптиков, повышение температуры на ближайшие дни не предвидится.